2019 году у нас технологии касаются всего и всех реально острых проблем, чем бы мы ни взяли. Вот, поэтому, мне кажется, в этом плане прямо, ну, любо-дорого смотреть на то, вообще, о чем мы говорим и кто к нам пришел сегодня. У нас довольно активно люди используют диджитал-инструменты и уверены, что будут использовать еще больше, потому что это приносит результат, это дешевле, это возможность прямого доступа к аудитории. Блогеры могут помочь НКО. Я хочу сказать, что количество этих блогеров, которые хотят сотрудничать с НКО и хотят говорить о социальных проблемах, растет. Здесь быстро люди меняются, все коротко, 5 минут, что-то свежее, и при этом все как-то в одной струе и понимают друг друга. Справедливость — это жутко интересно, модно и популярно. Это же самый основной просто продукт, на который сегодня существует спрос. И как раз диджитал-технологии помогают понять, что сегодня справедливо. Мне кажется, люди, которые умеют в интернет, они не хотят отнять и поделить, они хотят расшарить и лайкнуть. Я за пиратов, за open source и за демократические механизмы принятия решений. Я отлично понимаю, как это сложно, но это диалог, который в перспективе, в стратегии должен нам дать какой-то более качественный, долгосрочный, устойчивый результат. Единственное, что мы знаем о будущем, то, что оно будет отличаться от наших планов. Мы планируем, конечно, и хотели бы провести еще раз подобное мероприятие, потому что, мне кажется, стоит его проводить.